смотрю, зашла вообще вчера обзор на шаварму. Сегодня мы купили новую в Атаке здесь. Вообще, она реально тяжеленная. Она реально огромная. Смотрите, здесь мясо, здесь капуста, здесь лучок. Вот это вкусное. 110 рублей. Магазин Ашан на пересечении Хромова и Паша Савельева. Просто реально она, наверное, полкило весит. Я, кстати, появлю фонарики, аккумулятор, если кому надо, делаю уборки. Вот. Вот это очень вкусная шаварма. Прям она реально вкусная, теплая. И она прям вообще огромная. Вот это я рекомендую. Там и лучок, и мясо, и капустка, и огурчик, и помидорчик, и лаваш мягкий, хрустящий. Прям просто 9 из 10, как говорят, вот если вот в этих обзорах. Смотрите, какая она огромная. Просто в два раза, наверное, больше, чем вчера. Я не знаю, я не стал взвешивать, потому что я очень голодный, я из леса пришел. Но очень мне понравилось. Так, я продолжу. Вообще она огромная, я вот половину съел уже прям. Ну, я уже наелся. Представляете, насколько? Там есть и соленые огурцы, и маринованные, и лучок маринованный, и свежие огурчики, и помидорчики. Мясо прям острое-острое. И вот, ну, она чуть-чуть начинает протекать, конечно. Но, блин, она настолько большая, она настолько сытная. Вот, я не знаю, у Сони, конечно, она очень вкусная, но она даже жирная. А вот здесь она такая рассыпчатая, хрустящая. Просто посмотрите. Я не знаю, насколько... Я сейчас попробую сфокусироваться. Просто охренительная. Давно, вот я уже, я год, наверное, ел шавару, кроме вчера. Вот это вот, это бомба, короче, запеченная в тостеры, 110 рублей, и она реально огромная, просто вот, я сейчас постараюсь доесть.